Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Play. Продолжаем проходить Куб Escape Collection у нас. В прошлой серии мы посмотрели, точнее я посмотрел, многие, даже есть фанаты этой серии. Но мне в целом понравилась игра, она не стоит дорого, она не, там, не с невероятной графикой, но она прикольная. Будем проходить ее и проходить будем полностью. Итак, прошлый раз мы закончили, мы прошли с тобой все четыре здесь главы, весна, лето, осень, зима, и я после записи уже решил кое-что проверить. А проверить я решил следующее. Вот у нас есть три фотографии. Первая, вторая и третья. Это время на часах, поехали. Мы переходим с тобой в первую локацию. 09:05. В первую локацию. Очень громко. Не зашкаливай, пожалуйста. Так, первая, значит, локация. У нас идем к часам 09:05. Настраиваем. Да, тут все так и осталось. Так. Вот. Открылись часы, и в этих часах. Это я. Есть много всякого. Вешалка, ключ. Соответственно, в каждой из пройденных локаций мы настраиваем определенное время и что-то дальше доделываем. Так, лопатка. Лопатка, наверное, понадобится для этого. Так, и что? Здесь ничего у нас нет. Лопатка, ключ, 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 ключ. А зачем мы цветок вырыли? Кто мне скажет? Ладно, хорошо. Так, ключ, наверное, отсюда. Да, ключ отсюда. И теперь нам нужен код для сейфа. Так, здесь ничего не поменялось. Ладно, хорошо. Для чего нужна вешалка? Вешалка тоже для чего-то... Вешалка для чего-то нужна. Так, а для чего нам вешалка? Попугай повесить? Ой, блядь, кряхтит. Лопатой тебя стукнут. Может, забрать у тебя еду? Но я тебе насыпал еду уже. Баба опять. Тяжело поднять. Так. Я не понимаю, зачем мы отсюда выкопали цветок. Так. А знаешь, что нам нужно? Нам нужно... Нам нужен пароль. Пароль, пароль. Пароль был в какой-то из... Хорошо, давай тогда делаем следующее. Переходим в другую локацию и посмотрим, какой там был пароль. Здесь? Да, здесь. Здесь, здесь, здесь. Что-то на Луну мы смотрели. «14.87». Так, ну... Эту убивали. Все заливал кровью. 14.87, правильно? 14.87. Возвращаемся назад в первую локацию. Они, оказывается, тут связаны. Я и подумать-то об этом не мог. Думал, все прошли. 14.87. Один. Ну, я думаю, что пароль один везде. Вряд ли он поменялся. 14.87. Да. Семечко. Его нужно посадить определенно. Сажаем семечко. Ну, типа, вообще, по идее, вода нужна. Но у меня нет никакой... Тары, у меня есть кастрюля. У меня есть кастрюля.
Кастрюля с водой. Ну, давай это. Блин, там этот типок. Нет, говорит, так это не будет работать. Но его нужно определенно посадить. Точнее, мы его посадили, его нужно определенно полить. Кастрюля. Ну и что, тебе кипятить еще раз? Ну, давай, типа. А тебя уже не надо, да, разбивать? Мы уже тебя разбили. Конечно, типа, можно все бросить и пойти проходить следующее, но нет, давай до конца доводить. Кастрюля с водой. Горячо. Подуй, блядь. А зачем нам вешалка? Вот еще вопрос. Так. Возможно, что-то еще где-то не открыто. Может быть, типа, рожу свою завесить? Ты меняешь все, к чему прикасаешься. Я понял, что я меняюсь. Давай тогда сходим в следующую, во вторую комнату. Так, для начала. Отправляемся в четвертую. Четвертую комнату. Мы сейчас все пробежим, потом попробуем как-то это связать. Я никуда не тороплюсь. Так. На кухню. И у нас была вторая картинка. 0355. Лето. Так, все правильно. 3.55. Давай. 3.55. Да, все так и работает. То есть это... ключ гаечный. А он нам для чего? Что-то, может быть, здесь открутить? Это топливо. Правильно я понимаю? Ну, во что тебя собрать? Это, конечно, плохая идея, ты так никогда не делай. А может быть, мы... Во, кактус, уже здесь уже кактус. Понятно, это взаимосвязано. Тогда давай отправляемся в... третью комнату. Но для начала нам нужно время... от третьей, все логично. Так, на кухню сюда, и это 11.25. Зачем я сюда? 11.25. Я что-то не посмотрел, капает ли там газ или нет. 11.25. Так, это 11, все правильно. Най. Придется, блядь, тут теперь целый круг делать. Ну ладно. 11.25, так, открылся. Здесь что? Здесь спички. Видишь, тут уже кактус какой здоровый? Это уже третья. Так, спички. Вспоминаем, где мы могли применить спички. А, свечка. Во, видишь, тут капает, там уже, вон, бля, грибы проросли. Да, прикольно. Так, спички, мы свечу не поджигали. Что нам это дает? Хер бы его знал. Ну, давай отправляемся в четвертую комнату. Собирать топливо. А, вот, видишь? Что это? Ага, это лекарство. Его нужно выпить. Нет?
Так, здесь тоже что-то выросло. Плод кактуса. Это, очевидно, типа топливо. Так. Тебя сюда. Нет? Да, таблетку туда. И... Блять, чё, всё, жизнь закончилась на этом? Так, это гриб. Значит, еще не все. Или все? Что здесь у нас получилось? Как тебя достать? А можно как-то воду вылить? Ладно. А, вот здесь у нас же были эти. Гриб это 3 точки. Таблетка это... А! Это типа ингредиенты, что ли? Что это такое? Это какая-то вертушка. А, это пропеллер первая. О, господи. Ебать, как эта хуйня называется? Миксер, короче. Это кактус. Плод кактуса. Это гриб, это таблетка. Подожди. А как это опустошить-то? Есть какая-то... А, все, ты туда вылил воду. Блин, а таблетку-то я просрал. Давай попробуем залить, типа. А, одна с таблеткой, одна с грибом. И третья с этим, я понял. Да, блядь, набери ты воды в стакан. Сюда. Теперь гриб. Теперь перемешать. Знаешь, что нужно понять? Нужно понять, какие куда заливаются. Типа, чё? Ну, мы сейчас это... Сейчас пока так вот сделаем. Оно качает. Может, без разницы, какие куда. Понятно, теперь понятно. Это не не последовательность, это как их это. А ты чё не забрасываешь? А, всё. Блядь, теперь действительно проблема. В смысле? Как тебе... Сюда не нужна была вода. И чё, я... А, всё. Хорошо. Теперь хорошо. И теперь заливаем в... Здесь. А, то есть неважно, куда какая заливается, да? А еще четвертая, кстати. А, четвертая еще здесь. А что в четвертую? Так, где это есть? Первое это миксер, блендер. Второе это кактус. Третье гриб. Четвертое. А может это вода? Или газ, может быть. Может быть, ты? Ну, нет, не ты. Не понимаю. А газ нельзя набрать?
Нет, не набирается. Ты? Не ты. Снег набрать? Что-то с крестиком. А что у нас с крестиком может быть? Типа четвертый не хватает. Может, это топором срубить нах? Что-то мы где-то не сделали, что ли? Тут это все есть. Пытаюсь понять. Может ты? Может огонь? Нет, вряд ли. Давай еще раз. Вот это вот непонятно, что это. Эти мы все сделали, три. Куб плюс огонь, выбраться из воспоминаний. Это понятно. Синий куб плюс огонь, выбраться из воспоминания. Телефон плюс топливо, изменить прошлое. Измени прошлое. Это непонятно. Я не понимаю, что это. Что это, блядь. Может быть, правда вода? Давай попробуем воды налить. Да. Как вариант. Вряд ли, конечно, но... Нет, не вода. Не вода. Может быть, воду с чем-то разбавить, может быть, с газом. Ну нет, это глупости. Это все глупости. Выливай воду. Я научился выливать воду. Газ. Спички. Эту свечку мы не подожжем, но тут уже жечь нечего, собственно-то. Так, здесь ничего у нас нет. Так, на потолке ничего нет. Хорошо. Точнее, плохо. Не понимаю, что сделать. Это я, да, это ты. Давай... Быстренько так... Бля, с этим окном что-то. Не просто же так мы его открыли. Ты снег не набираешь? Спички. Без всего. Там мужик появляется. Свет. Свет выключен. Свет включен. Ничего не меняется. Давай тогда пробежимся по этим. Еще раз быстренько пробежимся по воспоминаниям. Так, у нас есть лопатка. У нас есть вешалка. Вот с вешалкой я что-то... Не понимаю... Что с вешалкой. Ты меняешь все, к чему прикасаешься. Так, это мы типа посадили семечко, это понятно, это все предыстория. Так, наверху. Вешалка. Нет. Так это не работает. Может быть, в каком-то другом времени. Свет. Тяжело поднять. Да, бля, не поднимай. А в какой мы... В каком мы времени попугая завалили? Может быть, от него там остатки какие-нибудь остались? Это первое. Это лето, правильно? Это весна. Дальше, лето смотрим. Лето. Попугай еще живой. Мы можем открыть... Здесь... Зажечь. Закрыть. Ну, бля, это, конечно, еще та техника безопасности. Ну, допустим, ладно. А здесь ничего. Свеча радио. Не радио вообще, магнитофон.
Здесь. Ладно, пойдем в третье время. В осень. Так, мы здесь вальнули попугая. Еще раз тебя потыкать? Нет, не работает. Сжечь тебя? Тоже не работает. Свет не выключается, не работает. Окно? Тяжело поднять. Хорошо, ладно. Что-то в ящиках появилось, ничего не появилось, да? Ладно. Пойдем на кухню сгоняем. Плита не открывается, застряла. Здесь это все не работает. Все одно и то же. Так, ну для чего ты вешалку дали? Зима. В попугайской клетке ничего не осталось. И мы их не в той последовательности выставили. Может быть, последовательность эту выставить? Сейчас, подожди. Зеленая. Зеленая. Это у нас... Зеленая это, наверное... Бля, я не помню, что зеленая. Зеленая это не кактус ли? Все, да. Четвертая пустая, наверное, специально для того, чтобы их переливать. Так, значит, первое. Это типа ничего. Там, где сейчас находится зеленая. Зеленая, зеленая, она должна быть пустая. Правильно? Правильно. Собираем. Собрали. Смотрим. Зеленая, если это таблетка, то это четвертая. А четвертая это вот это. Качаем. Так, смотрим. Да, зеленая. Так, не то. Дальше. Зеленая, черная, черная, черная. Это у нас гриб. Гриб это у нас третье должно быть. А красное должно быть вторым. А второе у нас сейчас... А второе у нас сейчас белое. Так, второй гриб. Это вот это. Это не гриб, это цветок от кактуса. Это цветок от кактуса. Цветок от кактуса должен быть вторым. Он и был вторым, правильно же? А, нет, он третьим был. Соответственно, второй это у нас... Какой? Это гриб. Это вот второе. Давай тогда сейчас это сюда перельем. Дальше. Ты гриб. Гриб. Гриб у нас третий. Это третий, правильно? Это третье. Качай. Гриб третье. И это второе. То есть это меняем местами. По идее должно так сработать. А одна типа пустая остается. Я так думаю, опять же таки. Качай давай. Нет, все-таки что-то в первую надо наливать. Первое это вот это. Это на кухне. Воды тебе налить. Что-то не то.
Так, первое это что-то неизвестное. Мне пока я не понимаю, что второе это цветок. Это цветок, то есть это красная вот эта фигня. Да, все правильно. Третье это гриб. Гриб это... Может наоборот, гриб это зеленая, а это черная. То есть их местами надо поменять. Зеленая и черная надо поменять местами. Бля, теперь воду надо вылить. Так, выливайся. Назад, назад. Тебя в прихожку туда к телефону. Так, это временное. Ну-ка. Тебя в прихожку. Тебя, значит, вот сюда. Мы сейчас чисто пробуем. Тебя сюда. Давай. От тебя мы к телефону. Может быть так сработает. Я просто их скорее всего перепутал. Что есть грипп, а что есть пилюля. Вот так, да? Первое не горит. Туда что-то надо наливать. А чё, блядь? Сейчас, ладно, секунду. Так, ну, типа, попробуем. Я не знаю, как бы, чё, куда и как. Вот. Приклеился. Чё дальше? О, ключ! Тара-тара-тара-тара-тара-тара. Заебись. Ключ, видимо, от клетки с попугаем. Потому что... Потому. Ты что-то крякает, блядь. Крякает он. Так, и чё? Чё у нас изменилось? Ну, чё у нас... А, попугай. Тебя чё, выпустить? Давай, типа, это... Посмотрим в другом времени, что с этим попугаем происходит. Он в клетке сидит. Так, ладно. А если мы тут посмотрим, он мертвый же будет, правильно? Мы же его покоцали. Покромсали. Дохлый. Так. И зима. И зима. И зима. Так, значит, его нужно выпустить, чтобы он не умер. Логично же, я говорю. Типа он на подоконнике сидит. И нужно тебя как-то выпустить. Тяжело поднять. А так ты еще и спрячешься? Чё ты там стоишь, блядь? Помоги мне это, дверь открыть. Свет включить, выключить. Давай иди отсюда, блядь. Я тебя это, спрятал. Да ну, хорош, ты чё? Нет, это не работает. Тяжело поднять. Так, это женщина. Тяжело поднять. Я понял. А как сделать так, чтобы было легко поднять? Может быть... Это типа самое раннее время.
Давай, давай попробуем. Ладно, сейчас. Короче, блин, не записал, нашел. Это, блядь, этот кошмар и этот ужас. В общем-то, рассказываю. Здесь вот эта кастрюля. Набираешь ее, вот она, кастрюля с водой. Возвращаешься к камину, тушишь камин, берешь оттуда полено, идешь к окну, и вот, и подпирает он окно. Иди отсюда нахер. И обратно, соответственно, чтобы отсюда выйти, нам необходимо засунуть сюда полено, поджечь его, и мы можем пойти в зиму. В зиму. Дальше. Дальше. Вон там попугай происходит. И нужно сделать следующую историю. Включить эту песню. Эта песня как раз играла, когда мы достали ключ в первой локации. И этот хрен нам приносит цветок. Все, иди отсюда нахер, блядь. Дурак, столько времени с тобой потрачено было. Ну и... Так, тебе нужна вода, да? Это все мы дело перемешали, и у нас это, соответственно, и был цветок. Я уже подумал в том плане, что цветок-то у нас был в горшке. Я думаю, бля, пиздец, мы его убрали, и что теперь заново все проходить? Все заработало или нет? Я все-таки... А ты каким цветом... А, все, типа, все сработало. И чё? Чё должно произойти-то? Сейчас. К записке вернемся. Это точно первое. Вот у нас тут точки, если чё стоят. Это точно первое. Цветок. Второе это у нас цветок с кактуса. Третье это у нас гриб. Четвертое это прозок. Купай огонь, выбрать воспоминания. Здесь вот. Телефон плюс топливо, изменить прошлое. Чего, блядь? А. А чё это затрещало? Нет, наверное, значит не то, потому что телефон он не берет. Значит, ты третья? Я бы поменял третье и четвертое местами, потому что я что-то в них сомневаюсь, если честно. Третье и четвертое. А как тебя поменять местами? Назад, сюда, сюда, сюда. Надо тогда, значит, в блендер это все засунуть. Так, лезь в блендер, ты выключись. А теперь берем вот его. Заливаем его вот сюда. Опять же таки, это не факт. Может быть, что-то еще нужно было сделать. Но мне кажется, уже все сделано, все, что можно было. По идее, топливо. Вот я говорю, единственное, в чем я сомневаюсь, так это вот этом. Потому что я забыл, что кто из них кто. Первые два 100% одинаковые. И что, блин, ничего не происходит? Иди отсюда. Ну, как бы и нет. Оно внизу. Чего, блядь, тебе надо? Если отключу.
Тут ничего не происходит. Написано, топливо плюс телефон, вернуться в прошлое. Может быть, тогда вернуться прямо в прошлое? А что здесь изменится? Телефон взять? Это я. Ты баба? Я думал, ты мужик. Зима 1981 года. Блин, я думал, мы быстренько это все пробежим. И будем вторую главу проходить, а тут оказалось как бы все сложнее. И что? Что, бля, в кастрюлю наловить? А, на точки надо нажимать. Так очевидно. Дерево. Дерево. Окно. Конец? Вы получили все достижения? А я ебу. Нет, не все. Ну ладно, допустим. Ну, не важно, получил я все достижения или нет. Давай тогда, ладно. Раз это затянулось, посмотрим. Я нашла заброшенную хижину на ржавом озере. Давай тогда быстренько гляданем, что здесь. Так, тут доска, тут нож. Дальше. Здесь удочка. Удочка, хорошо. Заперто, очевидно, заперто. Наверху смотрим. Насекомое. Ну, это типа для удочки. Что это? Леска. А их никак нельзя, типа, соединить. Ладно, пока нельзя. Сюда. Сюда. Крючка у нас нет. У нас нет крючка. У нас есть крючок. Заперто. Так, хорошо. Ломик. Ломик. А, все, я понял. Какой-то глаз. Я еще одно место видел. Лист бумаги. Нажмите, чтобы перевести текст. Это даже не прошлое. Так, это вообще какая-то, бля, пентаграмма. Здесь нужен глаз. Нужно что-то еще. Яблоко, ракушка и кристалл. Ладно. Я еще видел одно место, где можно сломать. Вот, ключ. И этот ключ, он... Ой, нет, нет, не то. Ах, вот так вот. Этот ключ... Скорее всего, тогда от стеклянного шкафчика. Это плесень. Плесень, да. Мне легче, конечно, не стало от этого, но плесень так плесень. Давай тогда ловить рыбу, в принципе. У нас есть все. У нас есть крючок. У нас есть червячок. Еще плесень еще нужно. Забросили. Хорошо. Так, креветку у нас есть. Креветку мы с тобой разрежем. Очевидно же, мы же садисты, бляха-муха. Подожди, а где стол-то был? А, вот стол. Сюда креветку. Ножом ее. Ключ. Замок. Да, только дверь. Червячок. Магнит. Магнит, магнит, магнит. Ну давай типа на червя ловить, чё бы нет. Сюда. Бросай. Рыба. Очевидно, что рыбу мы тоже должны покромсать, да?
Так, разрезаем рыбу. У нее внутри... Блядь, дерево. У нее внутри дерево, и это... Что такое? Это глаза, что ли? Вверх оно не выросло. Не, ну как бы понятно. Ну ладно, будешь пока здесь. Так, а мы можем ловить на плесень? Неожиданно, но да. Я, конечно, не знал. Ракушка. А ракушка нам для ритуала какого-то нужна. То есть у нас вот ритуал. Глаз, ракушка, яблоко. И это я не понимаю. Что такое персик какой-то? Что такое? Еще у нас есть креветка. Мы можем поймать на креветку? Да, можем. Как бы пока я сразу не забыл. Тянем, потянем. Что, блядь, на яблоко мы можем ловить? Ну, яблоко нам нужно было для этого. Все. Все, я понял. На дерево нужно вешать. Так, давай смотреть тогда таким образом. Глаз. Глаз должен быть справа. Так, давай по очереди. Ракушка. Ракушка вот здесь. Ракушка вот здесь. Яблоко. Яблоко вот здесь. Так, глаз. Глаз вот здесь. И нам не хватает два предмета. Нет, это не то. И нам не хватает два предмета. Давай попробуем магнит присобачить сюда. Я так понял, здесь вся основная фишка в ключ. В ловле. Так, где у нас шкаф-то? Вот здесь. Так, это четвертый предмет. Он у нас сюда. И сюда нужен кристалл. Коин. А, это монетка. Я немножко это... Ты не видишь здесь никаких еще черточек, которые можно взломать? Так, тут никого, тут никого. Тут никаких черточек вроде нет. Здесь я тоже не вижу. Ну, магнит. Подожди. А мы можем что-то еще поймать? Что-то поймали. Код. Mirror. А, типа зеркально, да? Нам нужен... Подожди. Это они типа наоборот должны быть или как? Ну, сейчас попробуем, где это есть-то. А, вот, это она. Так, а если посмотреть, типа... Ну, я их все уже пролистал вроде бы. Типа, ну, я не знаю, так, типа, попробовать. Но это вряд ли, конечно. Опять же таки, он говорит о зеркальности. Где вот это? Вот это ты? Вот это она же? Правильно я понимаю? Нет. Говорит зеркально. Зеркально, соответственно, либо они должны быть в перевернутом порядке, соответственно. То есть, то здесь будет пятерка.
как это? Или вот, смотря с какой стороны смотреть зеркально. Типа пятерка, вот этот кругляшок, треугольник, ну давай по пятерка, вот этот херота, треугольник. Вот она, и дальше яйца. А, я думал, не листается дальше. Но должно определенно что-то щелкнуть. Но вот этого значка-то нет. Есть только крест. Ой, крест. Ну вот, по идее, оно нет. Вниз. Вверх. Немножко затупливаю. А есть такие... Ну, их же нет обратных же. Жиж. Может, зеркало какое нужно найти? Я не знаю. Сейчас подожди. Что-то еще достали. Ну, потому что что-то как-то... не очевидно. Вспомни сезон. 1478 было, по-моему. Или 87. Я вот что-то не помню. Сейчас... 14. Давай попробуем 78. Ай. Надо было 87 попробовать. 78 или 87? Да, 87. Вот, мы нашли пятый элемент. Так я не понял, что это за сундучок и как его открывать, но я это... Обязательно узнаю. Так. Че? Там темно стало. Здорово. Ты хули тут делаешь? Да. Куб. Все? Мы не взяли раз-два, типа, три достижения, не открыли сундук, перейти на главную заново. А, я потом подумаю, ладно, давай тогда здесь закончим, уже следующий посмотрим в других сериях. А, плейлист игры будет в описании, подписывайся на канал и на паблик ВК, делись видео с своими друзьями, ставь лайки и оставляй комментарии. До следующей серии, друзья, всем пока!